Михаил Юрьевич Лермонтов. Баллада. 1829 год. Читает Лев Литвинов. Над морем красавица дева сидит и к другу ласкаяся так говорит: «Достань ожерелье, спустися на дно. Сегодня в пучину упало оно. Ты этим докажешь свою мне любовь». Вскипела лихая у юноши кровь, и ум его обнял невольный недуг. Он в пенную бездну кидается вдруг. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся, и мчатся назад, и снова приходят, и оберег бьют. Вот милого друга они принесут. О, счастье! Он жив, он скалу ухватил, в руке ожерелье, но мрачен как был. Он верить боится усталым ногам, и влажные кудри бегут по плечам. «Скажи, не люблю или люблю я тебя? Для перлов прекрасней и жизни щадя, по слову спустился на черное дно, в коралловом гроте лежало оно. Возьми!» И печальный он взор устремил на то, что дороже он жизни любил. Ответ был: «О, милый, о, юноша мой, достань, если любишь, коралл дорогой!» С душой безнадежный молодой удалец прыгнул, чтоб найти иль коралл, иль конец. Из бездны перловые брызги летят, и волны теснятся, и мчатся назад. И снова приходят, и оберег бьют, но милого друга они не несут.